За минувшие сутки в систему 112 поступило 598 обращений, требующих реагирования. Из них в пожарную службу 4, в полицию 83, в скорую медицинскую помощь 102, в газовую службу 1. Сегодня и до 18 часов 16 августа будет приостановлено горячее водоснабжение от СТП номер 22. Под отключение попадают дома с 1 по 16, а также 20, 22 и 24 на улице Вокзальная. С 15 по 24 августа будет проводиться промывка и хлорирование резервуаров на ВЗУ номер 10. Вода в домах на улицах Вокзальная, Молодежная, Почтовая, в микрорайоне Южный, в деревнях Ивановская и Гальёва и частном секторе Павшина будет с остаточным запахом хлора. Воду рекомендуется кипятить. С 15 по 17 и с 20 по 23 августа с 9 до 17.00 будет прекращено электроснабжение поселка ПМЗ, СНТ «Дружба» и СНТ «Лесная Поляна» в связи с техническими работами на высоковольтной линии электропередачи. 16 августа в связи с установкой нового оборудования на трансформаторной подстанции запланировано отключение электричества в селе Ильинское в домах с 1 по 15 на улице Экспериментальная. Также в четверг в связи с техническими работами на распределительном пункте с 10 до 17 часов будет приостановлена подача электроэнергии в деревне Нефедьево.